Здравствуйте. Нас часто спрашивают, что такое табор. Табор, это табор, ну, в общем, вот. Благан, бродячий, везде на своих ходячих. Табор – это сообщество авантюрных путешественников, артистов, музыкантов, художников и умельцев всех мастей и красок, которые бесконечно путешествуют и творят прямо в дороге. За последние 2 года мы проехали больше 50 тысяч километров по дорогам нескольких стран. И по пути мы даем концерты, показываем кукольные, театральные, музыкальные представления для детей и взрослых. Проводим мастер-классы и создаем сказку там, где ее обычно не хватает. Табор – это приключения, это музыка, это театр. Это компания авантюристов, которые пытаются жить в дороге, давать представления, веселить народ. Живут в дороге. Так сказать, живут в дороге. Ну, табор – это мы, собственно, табор и не только мы. Мы межгалактические цыгане и путешествуем по свету уже давно. Счастье работает без выходных. Кто просыпается первым, будет всех остальных. Тот, кто проснулся, поет по утрам. Мир-мирам, 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 мир-мирам. Вот у нас есть табор добрых волшебников, которые путешествуют по миру, несут добро, свет, любовь, трансформацию через творчество, через музыку, через театр. Знаешь, какой есть Петр Петрович Уксусов? Это всегда сложный вопрос, кто он такой, откуда он появился, неизвестно никому и даже нам. Петя, Петя, расстраивался, гитара моя перепугалась, думала я на ней играть никогда уже не буду. Чудеса и табор бэнд. Раздольное цыганское веселье прямо из космоса. Я открытый космос, я у тебя внутри. Я зову тебя, посмотри на меня, посмотри. А еще мы с удовольствием делимся тем, что есть. Проводим практики по раскрытию природного голоса, практики по кукловождению и куклотворению, а также поэтические вечера, джемы и знакомства с различными этническими инструментами. Все для того, чтобы ты только улыбался.